Привет. Чем там нас новым порадовали? Ну, только ивентом на Дантуине. Я что-то не помню, он вообще был или это планета новая? Ну, для Сватора новая, в которой его... Ну, в которой я помню. Которую мы сейчас еще вспоминать. Ну, как бы одна вселенная. Тогда надо звездную кузню ждать. Так, ракатовский флешпоинт же где-то там. Около кузни, по-моему. Или на кузне. На одной из них. Какой ракатовский флешпоинт? А-а-а. Так, еще же ну, ну, может быть, и что и такое? флешпоинт есть Legacy of Rakat или как это называется. Сейчас я список не могу открыть флешпоинтов. А, другая, другая. Ну, кузня есть. Я помню, что первая планета Телос, по-моему, была. В одном из которых. А, Тарис. Да, Тарис. А у нас здесь есть Тарис? Есть Тарис. На... Мне кажется, я скипнул всю историю. На Республике он третий, по-моему, планета. Как он меня бесил. Вот эта бесконечная беготня по кругу. Надо еще раз поиграть. Освежите воспоминания. Там что-нибудь полезное падает на Дантуине? Или нет. Просто по фану? Нет, ничего полезного. Декорашки, ачивки. Что-то вообще шмот так себе. Нафига из этой игры делать Sims? Домики строить можно и в Sims. Боюсь, аудитория немножко не та. Привет. Чувствую, не скоро мы сегодня начнем. Особенно если у Валверга он еще не скачен. То на этот раз не работает. И сейчас уже все работает. А. Вчера ничего не работало.
смысле, вчера ничего не работало? Ну, до перезагрузки. А-а-а. Всего полчаса. Он в Вуке, там стоит поддержка орбитальная с Фокс. Растолстел на лобах. Две недели. Потом что, планету снесут, что ли? Чем другой запустится? Нас через месяц или через сколько? Еще один. Потом, кстати, на Маршаде казино опять запустят. О, господи. Стивен это же. Самое хорошее, жесть. Снова? Да, да. Он также и в ротацию встанет в эту... Дантуин. Да, но там всего два делика. Вот прилетели еще как ивента не было. Там два каких-то убогих делика и пустая планета. Так, все тут. Манан, там же только этот Стронг. Ну, там много мобов. Господи, это самый унылый репутационный шаг. Давайте, вупс, чистим трек. Нет. Ну как? Одну сестру убили, а вторую нет.
привет. Чего там на входе стоит? Так, ну давайте убивать. Видите? Законтрольте. Thank you.
Бобр, ты за... У меня еще качается. Ой, сами видишь, что? Сбей, сбей, сбей! Или... Да, не тащите его на мостик, он сейчас нас всех. Пока там его бы покажите пока.
вперед. О, и у этой гадости тоже свечение накладывается на кольта шелла. У тебя шапку просто не проехал. Да-да. А как это у тебя, у кого рогатые шапки? Или еще что-то. Не да, помню, уже есть же какая-то. У ассасинов-то это рогатовский шмот, там вообще рога. Да. Ну и какой-то в картель-маркете тоже я видел сет с этим, ну, с рогами. Он переделанный, да. Как... Ну, бычья голова.
А там потом этот итем и можно брать за один кредит, чтобы да, делать. Да, да. После то есть 10 это раз. Да. Ну, я, например, просто вчера на 10 персонажах купил этот героик. И все. Ну да, мы. Я группы с кем-то и попробовал. И сегодня на группе не работает. То есть, ну, не засчитывает ачивки, да? Только тому, кто купил, да, считает эту ачивку, а другому просто как квест сделан, и все. Саму ачивку. Прикольно. Быстрый героик за 150 миллионов. Новые опции с утра. Не, за 15. В один раз ты его 15 стоит. Нет, ну... Быстро и бесплатно. Я чуть-чуть пропустила. Это что за тема с новым героиком? Ну, там есть героик, чтобы его... Пройти мирно, нужно купить итем за 15 миллионов. Если ты так делаешь 10 раз, там, то там, потом там по лору, стоит 1 кредит. Там по лору получается этот ну, пират этот, захватывает. Shiny там, Ньютой, или... я так понимаю. Или кто-кто? Shiny Ньютой? Героик нет, 2? Shiny Ньютой это героик 2. Кстати это тоже довольно-таки мемтичный героик, но нет. То героик 4, что-то там. Там есть, когда заходишь, есть... Да, там есть два варианта. Ты типа можешь заплатить, подходишь, у тебя два варианта. Либо ты подходишь к дроиду и покупаешь у него выкуп за 15 миллионов, ты его покупаешь, кликаешь, выходит босс, говорит, вот, типа, спасибо за бабки, все, я пошел. И он считается, ну, пройденным героем. Либо же ты... ну, условно говоря, проходишь его силой. То есть отказываешься покупать, выносишь пачку мобов, выносишь босса, ну и все, и проходишь. Мы богатые буржуи, мы можем себе позволить. И вот если 10 раз заплатить ему выкуп, за это придется скрытая ачивка. У меня как раз 150 миллионов на счету. Имея эту скрытую ачивку, можно получить кликабельный итем за один кредит, он продается, ну, он, короче... во всем Легасе его можно купить. Его можно вынести на панельку, и делает он вот так. Так, подожди, я тебя найду. Ты светишься золотым? Подожди, у него еще анимация есть. Активация. День не будет. Класс. И 30 секунд светишься золотым. Но кулдаун на эту вилку 4 секунды, то есть, точнее 5 секунд. То есть можно ее ходить по ХД кликать. Хочу. Теперь я знаю, нафига мне были деньги в этой игре. Что, донатить на героя? Ну я вот миллиард накопила, уже устала. Так, кстати, надо его в ротацию включить, раз в 30 секунд прокликивать. Нам нужен золотой статик. Какой это, нет, а без денег это никак херню не получить? Без золотого не принимаем. Именно так, чтобы кликабельная эта штука была, нет. Там именно нужно именно 10 раз заплатить. Бля, я первый раз играл бы, вот первый персонаж создал бы, до сюда дошел бы, я бы хуел вообще. Это, наверное, несколько месяцев в игре крабится. Ну там же этот, там получается НПС, у которого ты покупаешь, ну этот пират, он же потом типа говорит, что ему не хватало. Но если ты мирным путем ему первый раз платишь, он тебе там что-то начинает затирать, что он вообще на самом деле хороший, хочет открыть свое казино, там бла-бла-бла. И вот, видимо, на 10-й раз ему наконец-то хватает бабла открыть свое казино. И он тебе присылает. Стартует и у нас хуйню пацаны на тюрешке делают, блядь. Звонят, блядь. Мы хорошие, вся херня. Нам мне еще нравится, кстати, вот этот героик Ньютой, или как он там называется, героик 2. Да, Ньютой. Там забавные эти названия у объектов на карте.
там последний босс называется Definitely Not Stolen. Что-то там Волкер. А для того, чтобы его, ну, с него сбить чит, нужно подобрать ракетку из этого коробки с названием Definitely Not Stolen Weapon Crate. Точно не спиженный Волкер, да? И... Да, да, да. И, то, и точно не спиженный Supply Crate. Ну это еще ж с Revengers пошла эта тема. Ну с этим. Ну с, да, Revengers, наверное, тоже, да, самый... Вот в этом плане один из любимых опсов, потому что там забавное название и механики. Вы меня прям убедили променять наследие Атлантиды на прохождение этой хрени. Да нет. Квесты там за час проходят. Ну, если читать все за час, если не читать, наверное, быстрее. А еще там, еще, кстати, на Дантуине есть две классные ачивки. Одна за то, чтобы утопиться в колодце, и одна, если тебя птичка убивает. Что за птичка? Это я, по-моему, скидывал этот в общий чат. Там типа... На других планетах там, что-то. Там в центре озера стоит птичка. Она дружественная. Когда к ней подходишь близко, она начинает на тебе настакивать то ли баф, то ли дебаф, не помню, с надписью «маленькая красная точка» «Little Red Dot». И ты на него наводишь, у тебя в тултипе появляется типа «Little Red Dot», типа «Nothing suspicious» или что-то типа такое. Ну, типа «маленькая красная точка». В этом нет ничего подозрительного. Когда она настакивается там до 10 или до скольких-то стаков, тебя ваншотает. То есть там и а второй за этот за падение в колодец. На других и планетах там вот этот есть гайд, там написано, что собрать. На Рише еще где-то вторая планета, я помню. На Рише Датакроны забавно собираются. Вот эти тома также собрать. Это Сайфер. Ну, я так поняла, что на Рише надо дофига народу на какую-то ачивку. Я не знаю. Там вроде все в соло делается, и Датакроны, и ачивки. Датакроны? Ну, на Рише. Надо где-то собирать много. Ну, это на Рише, это Датакрон на Рише. Там ачивка и Датакрона. Ну ладно, надо будет залипнуть. Это ты о старом? И до такого не лячу. Ну, на Рише же. Ну да, старая. Еще с момента появления Риши. Ну да, да, да. Так, Волберг, наконец-то вовсе. Да нет, я так понял, что Энмара спрашивал про новые ачивки на других. И понятно, там тоже тома эти. Там Сайфер вот этот завезли. На острове Риши, да, по-моему, вообще. Вот в этом там есть, по-моему, скриншоты, где они лежат. Так, ну, все тут, все помнят, что они делают. Фрол тут?
Он же где-то бегал, нет? Нет. Роу. Ну, тут. У нас снова похоже. Come on. Ты? Да, один. Блять, они у меня не пририсовывают, сука. Да, повышку там где-то где. Здрасте. Чит. Какого хуя у меня таймер не работает? У всех не работает? Работают. Работают. Ёб твою мать. Алло. Алло. Нормально. Чит. Лэнс тоже можно сливать. Старо. Версия. Так, Фрол, я возьму того, кто сейчас будет рядом. Ага. 4 стака. Нормально. Версия. Я влечу.
щит. Щит. 0 стаков. Джастис. Версия. Ой, щит. Пидор. Верст. А 8 штук. А здесь грейд. Пойдите. Джастис. Так, ты что, грейс? Версия. 5 стаков. Надо бусы бить. Надо фадов не трогать. 30%. Бейте. На следующий что, волна? На следующий дашь. Окей. Не меня. 400. Сейчас сколько процентов? 20. Ну, это баха, баха. Да. Версия. Опа, его там. Бля, у нас 2 хила. 20%. Щит. Ой, ебать. Ой, ебать. Все, заебись. Можете. Гарди. Блин, я тут контролю. Уберите его тут. На, уже поздно. Да пох. Инверсия. 7 стат. Абланса вылетел. Блять. 55 тысяч. Давай, ой. Саша. 2 тысячи. Хуя себе. Я же мерт, я же могу там. Last man standing. Блин, я на проценты не посмотрел. Нам вот как этот грейс и появился, нужно было адов бросить, сделать грейс и бить босса. А мы еще адов убили, дополнительный стейк. Там на старте 2 стака всего было. Да, и если бы мы просто сделали грейс, адов не трогали, то было бы намного проще. А как нас так сбрило резко? Он 2 раза ударил подряд. Жесть. А, там было 3 лэнса и учили. По-моему, в инраге. 1 или 2 точно в инраге. Ну, один удар был на 90к. Видимо, их было 2 таких удара. У меня был Energy Lens 90. Один был 50, другой 90. Кстати, Найс ваншот. Да, красавцы. Впервые, по-моему. Не. Ну у нас либо ваншот, либо, блядь. Как там самый один раз было? Тогда, по-моему, ты как раз с братом-то. Не пошла. А, да, было дело.
лучше на твоем месте этого не делал. Ну, лучше пока не стреми. А вот нахуй-то убьем, тогда выстрелим. Когда таймран сделаем. Читер. Сухаря зрителя отнимаешь. Я в отношении. А что такое для них? Чё, сухарь? Ну, сухарь типа тоже стрима. Конкурент? Хорошая формулировка. Типа тоже стримит. Пытается. Сухарь. И Тони Старка уже устранил, что ли? Творится. Минус блядь. Тони Старка устранил Твич, а после этого как бы все приходили на стримы, чтобы посмотреть на Тони Старка, было охуенно. Твич просто устранил Тони Старка. Да. Найс джоб, как говорится. Кто им перевод-то? Чего? Ты чё так сказал? Кто твичу сделал перевод? Какой, блядь, перевод? Перевод чего он имеет? Ну, его ника на... И то не... Фиксапуль. Так, ставки ваши. Сейчас я умру. Ну, сейчас отменил. Сейчас умрет куда. Почему? Блин. Был он также, блин, на Адене дальше. Нет, он был на мне, потом сменил. Аден, ты за таунт, что? Нет. Как он отменяет тар? Но он да все равно не во время. Не во время каста это сделал. Во время каста. Ёбнул каст быстро и пизданулся. Ладно, похуй. Ты выиграл, что ты? Радуйся. Да. Ставка сыграла, нет, наш тут один хил не справится. Сейчас касса до двери.
бей. Сегодня просто в ударе. О, молот по 18к вылетает. Да, и вперед. Так, есть. Что убьет? Мы не ударили в грязь лицом. Компенсировали тут же. И Виндиктив, застаньте его. Куда ты, куда ты? Это ж обычный плазма, его можно тарапаться. Есть. Mm-hmm.
Сейчас я свободен. О, всегда, кстати, походу у единственного два из, точнее, четыре из шести этих сет-бонуса работают в танкоспеке ДПС, ну. Может. Так, отлично, я пока утилитки спекну. Спекай утилитки. Электрик биндинг тут явно не нужны. Под конец, мразь, сменил вторым.
ствол. Охуеть. Аксус. 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 Забрал. Аксус. Очень этих луч. Забрал. Выходи. Нет. Нет еще. Нет. Аксус. Давай, давай. Сохранились, но бороды не было. Сухарь, это испортил ландшафт. А чего ты первый раз-то умер? Ты ж не под лучом. Ну, видимо, игра попала под луч. Мне тоже показалось, что я не... И надо как-то это... Ну, то есть, понедельник никакого не было вообще.
Ну, чай близко. Ну, ты сравнил. Там-то кто хилил? Килл, ты не одетый. А в чем здесь одетый? Уже нормально. Одетость и... Там позиция. Не поняла. Ну, там же самое не было, там Алён хилил. И? Ну, такого не было. И что случилось? Что случилось? Хила не хватает. А. Сухарю, походу. Да и при чем здесь не хватает хила? Я не об этом. Я про позиционирование луча. В чем здесь одетый? Нормально было. Случайно здоров все было. А уч? Тебе уч мешает? Ну, то есть да, в понедельник его рядом даже было. А сейчас вот подошла такая борода. Я вроде был не в нем, но по факту оказалось. Ты стой подальше просто. Это не важно. Так там некуда было. Ты тоже случаем бежал. А что делать? Нет, бед человек. Эти претензии нет. Дмитрий, дальше на битке, я хожу. Ради чего? Нормально, так хожу. Нет. Адам. Адам. Что за блядь? Отойдите. Повесился? Нет?
Аксис. Забрал. Страшно. Смена. Факс. Блять, что за хуйня со мной? Пиздец, подряд два круга. А? Вал бы я забрал. Здесь я поставил. Тихий. Право. Почему? Мне красный цвет заблокировал. Сколько там на вашей? 25. Аксис. 23. Блин, а чё? Красный на меня упал сразу же. А у меня спайк был. Да там где-то. Переходим. Смена. Фронт. Есть. Пала. Акс. Так, сейчас сойдем. 9-9, хорош. Лево. Это что такое? Ой. Нет. Кастуй. Ты не видишь, что надо кастуйте?
Чувака там. Красный. Контрамер. Контрамер. Не успею. Молчит. Все сразу. Что за дерьмо? Блин. Это уже 9 секунд. Давай. Когда они засветились всеми цветами, это уже энрейдж. У меня 9.24, то есть 24 секунды энрейдж. А, ну да, я умер. У меня 9.11 по энрейдж. Да, вполне. Одну реально забить. Только это и быстрее делать на месяц. Мне кажется, реально, если один раз на тебя двойная вешка попадет, на второй раз я точно сдохну. Там 60 тысяч прилетит. Но я первую пережил, а вторую двойную нет. У меня также двойная. Я тоже не переживал, мне кажется. Неважно, на каком классе ты играешь. Я и Sonic Missile зарядил, и, блин, там молился уже. Все равно похуй. Било. Ща. Кажется, настало время хилов допоесть. А там, когда одна эта шляпа остается, сильно нужно хилять, сильно пробивать. Ну так если двойной. Двойной круг, как захерачит на пол хп. Сейчас точно убьем. Золотая фраза звучит не так. Золотая фраза, сейчас на первой минуте вайпнемся. Да не, я уже танка с кистью прою. Ну нахуй!
life is mine! Не берите, мне он надоел. Это на, на. Максис. Тоже нет каски. А, не, есть, но не повесился. Бегло. Забрал. Аксус. Забрал. Аксис. Я не врубаю, если я к нему вкриплю, он все равно на меня не кидается. Аксис. Thank you.
Аксесс. Аксесс. Аксесс, стоп. Стоп, стоп, стоп. Процентов. Блять, как-то настало, сука, там. Ну, ладно. Бах. Отойди, сука! Все нормально. Цвет красный, самый красный цвет. Да, все красные, может. У меня дефлекшн есть. Блять, мне пизда. У кого дебаф? О, тебя точно пизда. Да грохните вы ее уже. Да нет, ничего. Сухаревских цифр не хватает, чисто. 4%, да? Ну если он бы сделал 5300, мы бы убили. Ну да. Сейчас, да. Сделал на 600 тысяч меньше, как раз сколько у босса. Пустая математика. А у тебя не делает сухарь спадает после первой фазы? Еще раз. Ну, стаки они делают, спадают, не? Да, вроде спадают. Да, потом во время боя спадают, это ты заново набираешь их потом? Да. Блять, херово. А бьешь, он иммунный, да, не проходит, не набирается. И да. Танк с канки, может, конечно, за него намажет. Танк с ханки тут долго не проживет. Есть идеи, почему этот сраный второй луч может не ловиться? Что, почему? Почему этот сраный второй луч не ловится? Может быть, будет стрелять, может быть. И быстрее просто переместиться туда, куда он придет. Ну я туда и так на форс-спиде бегу, и я стою здесь секунды до 3 до появления луча. То есть это достаточно долго. Непонятно. Хотя сейчас мне вообще показалось, что мы по ДПСу прям хорошо идем. Но, видимо, не настолько. Ну, блин, был бы армор бы. Ты фром можешь, пожалуйста?
Блин, да давайте попробую, буду корячиться. После... Сколько он, 45 секунд висит? Внутри твоей задачи. После лучей, после каждого луча, наверное. Но я не знаю, пизделяться, наверное, буду. Ну, сейчас попробуем. Ну, под лучами не надо кидать. А? Ну, после лучей, как лучи пройдут, тогда я буду к вам подходить, бить его рокет-панчем и обратно на свой убегать. Я там, наверное, тогда один стак, один удар радианса буду ловить. О, можешь взять, если есть свободная утилитка, есть же в этом, в последнем тире, на двойной прыжок по воротяха. Да, я все равно радианс ловлю. Ну, радианса ты словишь, но ты быстрее вернешься, тебе не придется через полкарты пешком бежать. Ему там нечего брать. Там зачар... Чё она там делает? Блин, я никогда в жизни не брал. Ща. После этого чаржа, ну, ПТ-шного, дает еще один заряд такого же чаржа, который не интераптит, но позволяет прыгнуть. Так, на 6 секунд это беда, да, работает? Ну, еще чё, то есть сухари, ну, только... То есть ты, по сути, сможешь, ну, другого босса чаржнуться, дать рокет-панч, ну, и прыгнуть обратно. Ну давай попробуем, ща сделаю. Харю тут еще уешь, не надо. Соло таргет наливать. Ну, старайтесь и максимально в босса, если АУЕ мешает этому, то не делайте. АУЕ мне не мешает, АУЕ мне ГКД уменьшает на наливку этих бафов и дебафов. Блин, я вот думаю, что оставить, хил с рокет этих, с ракеток, или 5% ДР от Explosive Fuel'а? НДР. Да, наверное, ДР будет повыгоднее. Сейчас я гляну, сколько вообще нахиливает эта хуйня у меня. Так, хилинг. Абилити. Радиус у тебя 4 метра? Не, да. больше. Сколько? Бля, да 116к я нахиливаю этой хуйней. А какой у тебя радиус? А, ну это в общем забой. 42 хита. Ты можешь до меня дотянуться? Иди сюда. Я вот тут стою. Сейчас. Где-то есть? Блин, а... Сколько рейндж? Он достанет или нет? Я уже забыл, рейндж какой у него. Не 10 метров, рейндж... Не, 12 сейчас. А так? Не. Блин, вот так достаю. Если ты достанешь, да не вот так достаю. Ладно. Это чем? А? Это ракетка. Чем? А, ракетка. Так, сейчас я настакусь. Готов. Я ни одного мародера не видел, которого ешь. Ну, хз, сухарь, ты видишь. Потому что быстро. А. Газ закончился.
Фар стоит. We are your judgment. Your life is mine. Так, со... Иди, беги. Забрал. Левый. Мать, я все теперь хочу снять.
нет, спайк. Блять, это ебучий двойной круг, блять. Он на меня сначала один кинул красного цвета, потом, блядь, сразу второй синего цвета через, блин, ГКД, короче. Еще эти лучи пошли. Там лучи переключил. Да я вроде выбежал, переключил, но, видимо, все равно луч зацепил, блин. Вот, сейчас был соло-таргет, что лучше было? Ну, мы сейчас не дошли до конца, так что непонятно. Ну, сам там посмотри. До 7 минуты на прошлом, сколько в босса вошел и на это. Готов. Шесть, пять, потом час. Сухарь.
сейчас 5 часов полный. 3 часа. Надо. Умара. Люблю попробовать. Ебать, тимворк. Скролл, стой. Че бежит? Надо. Отъедьте базу. Макс. Ходи, Аксус. Выходи. Интересно.
Теперь танки умирают, крапа. Чем смотрите? Judgment. Your life is mine.
нет еще. Есть. Забрал. Твою мать. Ходи. Забрал. Лексус. Теперь смотри. Аккуратнее, на мне красный луч. Ходи. Прибежал ко мне. Хороший вопрос.
Добр. Готов. А, все готово. You will never take what belongs to the gods. У нас один забаговался, что ли? Да. Робот. Он же не робот, но... Стоп, да. Стоп. Есть? Да, да. Нет. Забрал. Так.
Забрал. Ходи. Терпи, 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 выходи. Ладно, не буду забирать. Сука, не успел. Один. Десять. Ой, блять, я у этой. Стоп, а уже все. Ты можешь. Бафы. А, еще мне ничего не сказал. После. Красно. Красно, ясно. Стойте. Могу мне на рефлект, меня, сука. Прош. Мы сегодня Арсенал спекнулся, чтобы Сухарю помочь. Еле-еле. А ты в Арсенале был, нахуя я тогда прыгал туда-сюда, блин? Ты не давал армаки бафы, я хотел сказать. Ну, я раз после первых лучей прыгнул. Надо по КД прыгать, так, бесполезно. А вот 45 секунд висит нахуй мне по КД его давать. Я не видел, что он висел. Да потому что твой висел постоянно. Не-не-не, до этого я посмотри, пересмотри стрим. А до этого мы не доходили.
ты не понял, надо по КД его кидать. С первой секунды боя. Да, вот до этого у нас вроде нормально все. Не-не-не-не, как раз нам вот этого не хватает. А, чтобы общий дамаг типа у сухаря да, был? Да. А, ну... Я думал только на эту фазу прыгать. Спасибо, прокирил. Ебал персинал. Я тошнит от него. Ладно, всем пока. Пока. Молодцы. Ну, счастливо, всем спокойной ночи. Блин, три дешевых кресла упало. Посидеть. Записался, ну, молодец, я посмотрю. Лайк поставь. Лучше обрежь его и сохрани как. Музыку поставь, там на память все сохрани. Знаешь, в рамочку нахуй. Воспоминания. Когда ты таким же занимался.